Всем привет. Откуда пришел? Альфа ТВ. Игра Ведьмак 3. Продолжение. Прохождение игры. Так, следующее задание. Что-то здесь нужно обыскать в поместье. И что-то найти. Он как трупоед. С виду гнусный. Крупным ядом смертный. Здорово. Так, подзову лошадку. Лошадка что-то не зовется. А вот она. Так. Попрыгаем дальше. Так, работаем. Разрушенная обсадка. Надо будет смотреть на всякий случай. Может быть. Что-то уже нашел. Не знак, что какой-то. Знаки. Дом полностью разрушен, но магический круг выдернул. Кажется, портал закрыт. Может, его открывает один из предметов, принадлежавших Аэрамусу? Сюда повыше или пониже. Неизвестно, да? Последняя запись чародея Аэрамуса. Ясно. Все есть здесь. Записка, есть знаки. Надо найти ответ. Сундук даже. Все-таки уж улучшение доспехи. Школа кота. Очень интересно. Опа. Да ночь. Вот так дела. День. Ночь, вот тебе день. Так, хорошо. Все же нужно найти. Найти выход из этого всего дела. Здесь воняет. Запах старого сыра. Похоже, Аэрамус был тиромантом.
Ну, так и дела. Неожиданно оказался. Какое-то помещение, понятно. Из чего Айрама сделал этот чертов сыр? Лучше быть повнимательней. Это точно. Гибнуть нет смысла. Сыр. Вот так сыр. Ядовитый. Что такое? А, ясно. Поджог, поджечь. Сюда. Едем сюда. Сырные крошки. Так, обыскать подземелье Айрамаса. Найти тут через комнаты Тиромани. В общем, ну, сыр он не берет. Никак. Не прыгает. Сюда. Так, куда ты попал? Лаборатория сырная, что ли? Что это такое? Надо рассказать Бандерту, что у туманников иммунитет к запаху старого сыра. Барьер отключен. Литенько. Даже сам не ожидал. Если этот меч столь же смертоносен, как сыры Айрамаса, то мечец. Его стоит взять. Какой? Пожалуй, я назову его Эменталь. Эменталь. Неплохо. Так-так, отсюда нужно благополучно уйти, и все на этом. По заданию пробраться в укрытие убытка младшего. Значит, здесь надо смотреться, где что находится, и пытаться напасть.
Костюм Мирда. Мирды такие. Если у меня курточка промок, стражники. Я снова меня. А вот и имение. Сказать, замок. Сейчас пообщаться. Умеет шеф веселиться. Они там у него как свиньи. А тебе так. Чего? Где ублюдок младший? Видал? Но ты суров. Я тебя знаю, выродок. Я видал, как ты Ольгерда убил и Вика. Так вот. Недоразумение это вообще. Какое-то недоразумение. Сбоку заходи! Ясно. Не договорились. Что ж такое бывает? Смешно получилось. Задание дополнено. То есть это вряд ли. Может где-то. Так, ну что ж, нужно как-то пробраться. Там за младшим. Эй, чего я не ожидал. Поворот событий. Держитесь вместе. Ах ты, собачий потрох. Куда-то нужно. Жалкое зрелище. Лучник. Он есть. Что-то я его не вижу. Сейчас. Он чтобы он меня не видел. А не я его. Так. Что лучше? Обновление. Вот сейчас надо будет еще и обыскать. Может, что найдется интересное. Тупой топор. Наш лучше меня удивить топором тупым. Себе. Так. Убить. Что все будем? Убивать, значит. Какой-то как каннибал, что ли?
Давай, вставай. Я чуть испугался. Что? Чего надо? Здравствуй, младший. Долго я тебя искал. Я пришел тебя убить. Я отдам все, что у меня есть. Да еще бы. Топ сомневался. Для начала несколько вопросов. Я все скажу. Я ищу одну девушку и трубадура. Я знаю, что ты с ними встречался. Девушку? Какую еще девушку? У нее серые волосы и меч на спине, как у меня. Да, да, была такая. Помню. Меня интересует, каким образом сероволосая девушка попала к тебе и что с ней случилось? Что? Что с ней случилось? Она на меня напала! Еще раз соврешь, и я тебе отрежу яйца. Уговор был такой. Я им чиню магический филал... Ну, что-то такое там. А девка и живчик приносят мне казну Сигеровина. Не принесли, поэтому я немного вспылил. Признаю. И что ты сделал? Ну, я поймал этого, их прихлебал у Дуду. И ждал, пока они за ним придут. Ну, смотри. Это вот они хотели починить. Филактерий? И что ты собирался с ним делать? Я? Чего? А я здесь разных людей знаю. Крутишь, младший. Я жду деталей. Я тебе все расскажу. Все по порядку. У меня плохие предчувствия. Успокойся, Лютик. Мы не оставим Дуду в лапах ублюдка младшего, ты сам знаешь. Я понимаю, но мои предчувствия глухи к доводам Рацио, и сантиментами их не заглушить. У нас все обязательно получится. Выше голову. Последние слова многих великих людей. Ты узнал, где держат Дуду? В комнате на последнем этаже, в той, что с балкона. Я пройду по крыше. Ты жди меня перед домом ублюдка. Я знаю, что для тебя это трудно, но постарайся не попадаться на глаза. Если тебя обидят, ублюдок за это заплатит. Надо залезть на крышу. Так, ну что ж, полезли на крышу. Что проблема? Не падать. В комнате на последнем этаже, в той, что с балконом. Ясно. Совсем недалеко. А вот и балкон. Посмотрим, что внутри. Ничего, закрыто. Теперь, друг мой, Дода, я сменю орудие. Это мне прискучило. Ты долбанный псих, ублюдок. Тебе никто не говорил? Нет. Все говорят, что я милашка, когда узнают меня получше. Значит, ты любишь общаться, знакомиться с новыми людьми? Хочешь меня кому-то представить?
вот и ты. Ты молодец, что заглянула. Я тебя ждал. Задавлю, сука! Где казна Ронина? Так, сила. Всякий раз, когда Цири использует свой удар, ее сила уменьшается. Сила немного восстанавливается после нападения на противника. Цири снова использует свой особый дар. Когда ее сила становится до необходимого уровня. Мне кажется, он уже все должен быть. Почему-то он выжил, или она его оставила жить, уже вообще непонятно, но неважно, не суть всего этого, как говорится, действия. Идут. Что Дуду, будет дальше, интересно? Вот что мы сейчас сделаем. Мочите девку! Ну, естественно, сомневался. Что? Или кто-то там? Нормально. Не помешало бы. Подождать совсем немного. Замечательно. Так, ну это и все. Или не все. Не все еще. Обстановочка такая. Романтичная, свечи. Еще минус 3. Замечательно, как в истории все рассказал. Что осталось с девушками? А хер ее знает. Кто-то из ребят ранил ее в спину. Но она жива, клянусь тебе. Скажи что-нибудь еще. Я напоследок, сказал, друг. Все. Ты обидел девушку. Скажи что-нибудь напоследок, друг. Ты обидел девушку. Я защищался. Умоляю тебя. Я уже получил свое. Пощади. Прошу. Я тебе скажу, в чем дело. Я ищу эту девушку. Она мне как дочь. Я просто вообще-то нет вариантов. Так оставить. Давай как-то закончим это дело. И все. Ублюдок младший. Задание. Дополнено или что на еще-то? Лютик.
Так, теперь что нужно? Вот, задание выполнено. Отлично. Новое задание. Да здравствует искусство, но нужно рассказать при этом... Я, значит, сейчас выйду. Нужно рассказать при этом Присцилле. Тоже вопрос девятый. Отсюда походить. Чем быстрее, тем лучше. Ну давай! Только попробуй со мной! Снежный человек. Лучник. Тот, кого я жду. Держитесь! Yes. Ну что, можно подзачистить давно, давненько. Четкий удар такой получился. Уже неплохо. Так. Дальше что? Вот что выход. Еще пятеро смелых стражи, что ли? Время отблагодарить его величество. Родовид ждать не любит, а? Не любит. Пойдешь с нами. Корабль его королевского величества Аксенфур Тритагор. Жемчужина Риданского флота. Сейчас, правда, выведен из эскадры. Красивый корабль. Оставишь здесь оружие, потом поднимешься на палубу. За мной. Этот корабль был построен на пожертвование дворянок. Женщины самых знатных родов отдали на него свои украшения. Во внезапном патриотическом порыве? Бездомный бродяга не поймет, что такое любовь к отчизне. Вот и ты. Чего ты хочешь от меня, король? Ты никогда не любил лишних слов. Я хочу, чтобы ты нашел мне Филиппу Эйльхард. В свое время я приказал выколоть ей глаза, но слепота ей, кажется, не мешает. Мои охотники обнаружили, что госпожа Эйльхард пребывает в убежище к востоку от Аксенфурта. Вход в укрытие она защитила чарами. Значит, внутрь пройти непросто. Но ты сможешь, я знаю. Приведи мне ее. Живой. Да понятненько. Так, ну что? Я подумаю. Я подумаю над этим твоим предложением. Не затягивай. Мы бы не хотели, чтобы Филипп убежала. Снова. Можешь идти. Услуга для Родовида. Как все запутали. Какой корабль? Не прыгаешь, да? И не прыгает вообще. Хе-хе. Тебя ждет смерть от отравления. Тремя фунтами стали. Ты агрессивный все. Вот твое оружие. Спасибо. В жизни не видел лучшей стали. Безотказный клинок, а? Дело в руке, а не в стали. Здесь так и есть. Так, заплатить капитану. Это не то задание. Сейчас пролистать нужно к следующему. Встретиться с Трис Мерригольд. В ее убежище совершенно точно. Этот дом, он
Это где-то здесь находится. Так, а вот и Трис. Опа. Это и не Трис. Я ей сразу такой говорила. Никаких мужчин, никаких домашних животных. Здесь порядочный дом. Успокойтесь, я ненадолго. Что встали? Дайте пройти. Геральт, у меня проблема. Мы можем поговорить? Да, Геральт? Смотри, фигурку. Артефактная компрессия. Это статуэтка, заколдованный человек. Сможешь его расколдовать? Конечно. Похоже, об этом бедолаге просто забыли. Он похож на дворянина. Может, он и есть дворянин. Идем. Я не могу провести ритуал прямо здесь. Все готово. За работу. Попробуем его расколдовать. Думаю, это дворянин. Приготовься. Никто не знает, кто он на самом деле. Инналандаона Арайс! Корал, нет! Я все объясню! Корал? Я на ту девку и не взглянул. Для меня есть только ты. Эй, ты не Корал. Суккуб. Морок. Где я? Как тебя зовут? Да, мы тут в Новиграде. В Новиграде. В Новиграде? Последнее, что я помню, это Оксенфурт и Корал в бешенстве. Как она может требовать верности, когда сама порхает, как... Ну, как... Как деревенский мол. В самую точку. Зараза. Чувствую себя так, будто по мне прошлось стадо коров. Не знаю, что она со мной сделала, но вижу, вы спасли меня от беды. Вот, возьми. Пойдите, развлекитесь в городе. С тех пор, как ты спал с Каран, ее вкус значительно ухудшился. Ладно, идем. Наш славный господин сам о себе позаботится. Хорошо. Лесенька. Кого-то расколдовали. Но это еще не все. Опять этот седой. И опять основа. Так, где здесь Трис? Выше, кажется, уровнем. Геральт, у меня проблема. Мы можем поговорить? Так, так. Да, Геральт? Да, давай. О чем ты хотела поговорить? Я получила странное сообщение. И даже не знаю, что об этом думать. Кто его прислал? Слуга Ингрид Вигельбут. Кажется, его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда. И готова потратить на это значительную сумму. Надо полагать, она это сделает не просто так. В этом-то и проблема. Вигельбут хочет меня о чем-то попросить. Но в письме нет никаких подробностей. Этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке. И обещал все объяснить. Только не знаю, стоит ли мне с ним встречаться. Давайте, помогу. Но раз уж ты уперлась, одну я тебя не брошу.
Спасибо. И как ты собираешься искать этого слуга? Он написал, что я узнаю его по голубому кафтану и связке ключей у пояса. Я должна его остановить и спросить, сколько стоит форель. Как думаешь, что ты придумала? Слуга или сама Ингрид? Готова поспорить, что Ингрид. Обычно у слуг нет... Там, вообще-то, Трис тоже на выдумке. Наверное, будет лучше, если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане... Гораздо такое, что придумывать. Ждет меня? Ты постой где-нибудь неподалеку, а я удостоверюсь, что твое письмецо прислали не охотники. Хорошо. Встретимся на месте. Так, где же это место? Всем пока-пока. Вот здесь выход. Выход. Все ниже. Нижний этаж. Да, здесь вообще-то и недалеко. Ну, сколько мне еще ждать? Приспешники. Людка младшего тоже мне еще. Воины. Внезапного боя. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Умный клиент сразу поймет. На этой стороне было дело с Фольтестом. Множество людей в синих кафтанах. Подозрительно. Не откладывай на завтра, купи сегодня! Пусть тебе повезет. Да? Ты не знаешь, где купить дешевую форель? Может, и знаю. Но не с вами я должен был встретиться, сударь. Если хочешь поговорить, с кем собирался, то только в моем присутствии. Осторожность велит мне... Сейчас осторожность велит тебе не спорить, поверь мне. Похоже, у меня нет выбора. Пожалуйте за мной. Сюда. Тоже у меня еще разведчики, конспираторы. Ты в таком-то доспехе подслушиваешь. Это он! Садите! Ну я тебе! Ну прям вообще. Иди, иди сюда! Спасибо. Пойдем. Красавец. Чего они хотели? Не знаю. Я их первый раз видел. Может, недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина. Погодите-ка, где госпожа Меригольд? Вы должны были прийти одна. Вот это. Если бы не он, тебя уже вели бы на допрос. Тот высокий — это Вальдо Мурис. Он работает на охотников за колдуньями. А может, Вальдо вы и Мурис. Правы, госпожа? Я просто не ожидал, потому что госпожа Вигельбут. Он идет какой-то скрытый шпик. Если мы уже соблюли все шпионские формальности, может, скажешь, кто ты? Я лакей госпожи Вигельбут. Я не хотел вас ничем обидеть, господин. Почему госпожа Вигельбут не встретилась со мной лично? Она слежки боялась. В последнее время она ужасно нервничает. Выкладывай уже, в чем дело? Дело в сыне госпожи Вигельбут. Молодой господин Альберт интересуется алхимией, и про это пронюхали храмовые стражи. Храмовая стража? Это еще ничего. Но на тебя напали подручные охотников. Значит, дело серьезное.
Да, стражников госпожа Вигельбут подкупила, но охотники платят за каждого найденного чародея, так что должно быть... Стражники сперва получили взятку от перепуганной семьи, а потом все равно шепнули словечко охотникам. Похоже, Альберт должен исчезнуть, и как можно скорее. Я могу это устроить. Молодой Вигельбут сумеет незаметно выскользнуть из дома? К сожалению, это не так просто. Молодой барин сейчас укрывается в загородном имении. Чтобы вывести его оттуда по-тихому, госпожа Ингрид хочет устроить большой бал-маскарад. И вы хотели, чтобы я там появилась и помогла ему бежать? Да, без вас нам не справиться. Госпожа Вигельбут думает, что за всей прислугой следят. Хорошая мысль. Шумный прием, пожалуй, обманет охотников. Особенно, если хотя бы половина слухов о балах Вигельбудов окажется правдой. Кажется, на последнем балу подали 100 разных десертов, а фейерверки пускали до самого рассвета. В этот раз из-за тягот военного времени мы вынуждены ограничиться 85 десертами. Засахаренные лепестки голубых роз из Назаира нынче очень трудно достать. Ах, как бы я хотела все это увидеть. Ждете на балу каких-нибудь неприятностей? Сложно сказать. Сейчас главное скрыть бегство молодого барина от его бабки. Как это? Госпожа Патриция Вигельбут — ревностная почитательница Вечного Огня. Она не знает, что Альберт интересуется алхимией. По счастью, старшая госпожа Вигельбут редко бывает в имении за городом. И правда, довольно необычная семья. Не мне об этом судить, господин. Надеюсь, нам не придется оставаться до конца приема. Значит, ты пойдешь со мной? Конечно. Не могу же я тебя бросить, когда ты будешь так рисковать. Подумай только, 85 десертов. У тебя по-прежнему 22 дюйма в талии? Прекрати. Как мы попадем в имение? Пожалуйста, вот приглашение. Стражник у ворот получит особые инструкции. Наденьте, пожалуйста, маску лисы, хорошо? Удачи вам. Всем спасибо. А и пока. Продолжение следует. Ставим лайк. Может, идем сразу туда? Подписываемся. Смеешься? Нам нужно приготовиться, переодеться. А самое главное — купить маски. Ты знаешь лавочку Элихали? Я уверена, там есть все, что нужно для бала. Я там был как-то раз. Элихаль — приятель Лютика. Только маски, правда? Я надеюсь, обойдется без парадного дублета? Дублет, Геральт. И это не обсуждается. Когда все устроишь, зайди ко мне. Прихватило.